Доброго времени суток, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Как вы уже поняли, я приступил к сборке советского шестиколесного армейского автомобиля, как это написано в инструкции фирмы ICM. Модель, конечно же, в 35-м масштабе, и все знают, что это КамАЗ. Даже если хорошо присмотреться, вот здесь вот, друзья, в начале даже можно разобрать буковки КамАЗ. Вот. Но ладно, это отступление от темы. Что хочу сказать? Начал уже собирать раму и поделюсь своими первыми впечатлениями об данной модели. Вот на таком этапе я собрал ее. Как бы не было возможности заснять, что я собирал. Но хочу вот сказать одно. Очень большие стыки пресс-форм. То есть зачищал все стыки ножом, потом зачищал стыки наждачной бумагой. Весь стол и весь живот у меня был в опилках. Да. Вот это один минус о первых впечатлениях о модели. Но самый большой плюс, мне очень понравился вот этот пластик. Очень хорошо обрабатывается. Он такой мягко-твердый. Вот. Ну, как раз для обработки самое то. И хорошо зачищается ножом. То есть очень хорошо выравнивается ножом. Также, когда проходишь разными наждачками, очень быстро все швы зачищаются. Вот тут вот склеивал. Например, вот сейчас пройдусь. И вот, как видите, очень хорошо зачищается. Но это еще надо обработать наждачечкой. Вот где-то я оставлял шов ради интереса, чтобы посмотреть. Ну, не знаю, будет видно, не будет видно. Вот под рессорой. Что-то не сильно. Наверное, попробую убрать коврик, то он берет на себя. Вот такой вот стык. Ну, у кого есть КамАЗы на руках, те, конечно же, при подробном рассмотре замечают эти стыки. Как бы уже ни один из моих друзей обратил на это внимание, что реально стыки такие большие, и приходится их хорошо зачищать и убирать, чтобы не было видно на модели. А то сразу бросается в глаза. Ну, опять же, что сказал, пластик мне очень понравился вот на данной модели. Раньше я немного недолюбливал пластик, потому что бывала модель, вроде бы одна хорошо собирается, а другую покупаешь, пластик ломается, очень мягкий, ну, такой хрупкий, очень хрупкий, да. Ну, а по самой сборке, конечно, очень понравилось собирать модель. Ну, во-первых, модель 2016 года, как вы все знаете, стыковка на ура. Вот все детали, что я вклеивал, собирал, они просто идеально становятся на свои места. Очень удобно все и хорошо собирается. Но уже заметил пару косячков. В чем заключаются косяки? А косяки заключаются в том, что перепутаны детали, нумерация деталей. Вот здесь в инструкции дается деталь А12. На самом деле она должна ставиться на эту сторону. То есть она дается как А57. Ну, а соответственно А57 это значит как деталь А12. Ну, в принципе, это не страшно. Кто давно собирает модели, он сразу это заметит, сразу разберется. Но кто только начинает делать модели, они, конечно, свято верят инструкции и могут приклеить неправильно. И также
Также вот нашел еще одно несоответствие. Пока что на данный момент, что я знаю. Детали F-37 и F-38 тоже перепутаны местами. Вот, как бы, я еще говорю, косячок незначительный, но все равно. Как бы, наверное, делали это в 3D, и поэтому происходит ошибка в напечатке. Вот, друзья, о чем я говорил ранее. Вроде бы маленькая небольшая деталь. Счищаю шов. Как видите, вон сколько с маленькой детали. Это даже больше, он уже на коврик сколько нападало следов от стыка. Также на некоторых детальках, на маленьких, попадался небольшой облой. Сейчас подготовлю детали. Я думаю, не буду показывать, как я их срезаю с литника, потому что многим это и не интересно. Вот, в принципе, здесь ничего такого, никаких секретов нету. Сейчас насрезаю детали, подготовлю. Ну и, может, покажу, куда что буду вклеивать. Что, друзья, срезал вот две детали и сразу же обнаружил еще один косячок. И косячок, кстати, очень неприятный. Как видите, ставим карданный вал на лебедку. И вот если его ставить сюда, он, два шпенька должны входить в тех два отверстия. Как видите, он не ставится. Потому что вот здесь, нужно вырезать под карданный вал отверстие. Нигде этого в инструкции не дано. И теперь вот как его вырезать, я даже не знаю, но сейчас буду мучиться и вырезать для того, чтобы вклеить привод к лебедке. Вот такой вот неприятный косячок попался. Ну, буду думать сейчас и что-то делать. Путем метода резания и подгонки, наконец-то я, отмучившись минут 10, смог более не менее нормально вставить. Вот сделал надрез. Конечно, очень неудобно было, но аккуратненько надрезал. Потом немножко прошелся наждачкой. Но сейчас буду пытаться вклеивать. Вот этот косяк, конечно, вообще неприятный. Забыл взять ключ. Сейчас вклеим. Капну туда, чтобы больше размягчилось, чтобы оно стало ровнее. Уже не буду вытаскивать. Так, вот капельки клея сделаю. Дальше. Также вот срезал бампер. Можете посмотреть, вот даже на сухую ставится без проблем.
только смочить клеем и все, и деталь стоит на месте. В целом сборка очень нравится. Сейчас приклею бампер. Буду, наверное, заканчивать сегодня. Что темнеет. Может, еще немножко поработаю. Пару деталей приклею. Потом буду вам показывать. Я думаю, сборку многим не интересно даже смотреть. Что тут смотреть? Отрезай, доклей. Перед этим не забывай зачищать, чтобы все детали были ровненькие и красивенькие. Так что вот смысла я не вижу показывать, как я клею каждую деталь к модели. Но уже целыми узлами с интересом буду вам показывать, как что у меня получается. Ну или если буду видеть, что какой-то косяк, вот например, как с этим вот карданным валом, то тоже буду обязательно показывать, чтобы вы знали, что ожидать. И чтобы успеть исправить этот косяк до того, как вы приклеиваете деталь к модели. Так что, друзья, спасибо. На этом, да, наверное, я буду заканчивать. В удобном месте уже буду немножко продолжать дальше. Заниматься и обтачивать детали. Так что ждите следующего видео. Всех благ вам, друзья. Всех благ вам и вашим близким. Смотрите следующие части.